Всем здорово, ребята! С вами Варпанчик, Сайл, Алекс Фокс и Фрэш. И все говорят, что нам капзда, потому что у нас полное лобби, 30 человек в GTA 5 онлайн. Ничего, кого-то. Всем пока, народ, я не хочу играть. Посмотрите, сколько нас! Охренеть! 21 вообще-то, что ты берешь? 21 человек. Спасибо, что включил GTA режим. Нормально, нормально. Разрешено оружие. У нас сегодня мотопарк. О, мотопаркур, блин. Чего здесь перелететь надо было? О, перелетел. Пацаны, у нас... Откуда здесь хайпер вообще? Пацаны, у нас сегодня паркур на Зенторно, причем на стоковых. Сегодня будет весело, интересно и самое главное сложно. Так что запасайтесь вкуснейшими печенюхами, там, попкорном, бутерами. Приятного вам аппетита. Пока. Так, ребят, надо перелететь эту всю тему. Это скилл-тест гребаный. Перелетел. Я перелетел. Ой, ни хрена я приземлился как норм. Так, я пацаны, пакет брать, там не только поворот будет, вообще есть. А, чё, как? Макс, огрызок. Слышь? Огрызок, чё ты кидаешь эти бесконтактные? Убил меня в вейваут. Кого? Ничего я не делал у тебя. Я ничего тебе не делал. Так, подожди, тут главное не упасть. Аккуратненько. О, нет, у меня машину прям на дыбке тянет. Вот она столкнул. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пожалуйста, не взрывайся. Фух, я не взорвался. Так, подожди, а куда там ехать дальше? Куда там приземляться? Да, там нет дыры. Илья, сейчас исправим. Окей. Пожалуйста, Макс, пожалуйста. Ой, подожди, не взрывайся. А можешь меня перевернуть? Я не взорвался. Мне повезло, пацаны. Все, давай, сейчас помогу. А, тут можно взять чекпоинт, да? Подожди, да стой! Я не взял! Оказался там лайк. Просто изи. Ишкире комнатный. Так, ну все, хана тебе. Война, значит, война. Ой, а подожди, а что, здесь надо ехать? О, Макс, там лайфхак был. Макс, я прицепил, я прицепил тебе. Макс. Взорвешь, гей. Хорошо, ты взорвешь, тоже гей. Так. Ну фига, а как она едет там, мне тоже удивительно. Мне там казалось, что она все места. Там. Эй, тихо. Ну уберите свои C4, молодой человек. Так, а какой лайфхак-то там есть? Ты как-то сбоку объехал, что ли? Да, сбоку. Нет, не я, там оказался челик. Я ехал первым, вот оказался челик объехал. А, и понятно. Первый. Гей действовал только на воде. Так. Слышь, а кто законы придумал? Понятно. Ты чё? А меня другой взорвал. Это карма, просто мгновенно. Это карман. Если я не взорвусь. Конечно. Если я не взорвусь, бомб. Так. И цел покончил с тобой. Интересно, карма сработает? Нет. Сука. Сука! Карма сработала! Так, отлично. Блин, так неохота пролистывать эту сраную бомбу-ревушку. Ничего тебе не взрываю, что ты пристал ко мне? А, стоп! Тут в дырку надо попасть. Я тебе понял, что можно было делать. Где? Так, кто там взрывать пытается? Идите на... Да не важно, забей, ты уже прошел этот момент миллион лет назад. О! Так, погодите. Можно было просто по земле проехать. Да серьезно! Какого нахрен хрена? Ну я же не для этого GTA режим ставил. Для ну, этого, конечно, когда играет этого. 21 человек, тут ими сложно управлять, это нормальная тема. Это ясен красен. Так, так. Это даже лысый знает. Из Brothers? Да. Вау! Да хорош! Варпач, мы квиты. В смысле квиты? Я не взрывал тебя. Ой, покажи. Так. Ты хотя больше взрывал, я не знаю. Я точно неумышленно это делал. Опачки, я четвертый. Ай, дай, стой, не разгоняйся. Так. Стой. Я вижу стрелочку. Стрелочку. И куда? Серьезно, надо приземлиться прямо в дырочку? Я понял. Ты приземлился, Сань, туда? Да. Понятно. Прям в дырочку? Да. Да ёпта. Ладно. Прям в дыру. Попробуй еще раз, как говорится. Попробуй. Так. Попробуй. Чага. Попробуй. Тебе это надо. Тебе или мне? Мне. Мне это надо. Я не права. Тебе или мне?
Тебе, и тебе, и мне. Мне или тебе? Тебе это надо? Да сука, да как туда попасть-то? Так мне или тебе? Мне, тебе! Тебе это мне или тебе? Тебе, мне! Тупые, а? Иногда тебе, а иногда и мне, понимаешь? Ну, туда, 50-50. Так, так, подожди, тут надо как-то так разогнаться, чтобы это... Шпокин залетахин. А там еще Nokia слили песенку, да. Блин, как туда попасть, а? 11-2 на я прошел. В смысле, ты с первого раза залетел туда? Да капец, да ладно, да как залететь-то в эту сраную дырочку, а? Кто-то еще горит, батя придет. Кто-то горит. По-любому нет. Там какая-то... Да, жопа моя горит. Там по-любому какая-то жопа тема горит. Есть, что просто люди подъезжают и берут чекпоинт, не? Жопа! О! 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 Чётенько, 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 чётенько! Вот так херак! Да ладно! Да ладно? Да ладно! Сука! Я думал, это как в баскетболе, знаешь, вот попал в этот квадратик, и все, и ты четко попал... Ну да, ну да, ну да, да, конечно. Да как это... Так, о, тихо, стоямба. Вот так оттолкнись и туда! Говно! Да говно в натуре, говно! Я туда могу, конечно, телом пролететь, но нет, это будет слишком-слишком просто. Мама! Так, давай, да... Так, давай. Опачки. Давай, вот небольшая скорость, ну вот прям четко! Прям четко лечу куда надо! Вот это охренеть! Вместе с красавчиком залетели! Там тип просто на Кирилл, там у меня есть это C4 где-то, я там парканул. В смысле, ты прошел? Там C4 где-то парканул. А, на туре прошел. Ну да, там дальше есть C4. Блин! Там дальше есть C4, Кирилл. Вот так вот. Что они делают, господи, что они делают? А что они там делают, Илья? Да меня стреляет с базуки, я просто заезжаю, там мне стреляет. Я так зентурнусь, у вас хрена. Базук. А может быть, ты сам взорвался? Да как тут поехать-то, ёпта, чё? Сам взорвался, мне было написали. Фрэш, ты задом. Я слышу бомбы. Сука, я вижу их. Вот, там моя бомба, может быть. Наконец-то я проехал. Так, подожди. Числова. Больше нет бомб, сука. Так. Так, я еду, пацаны. Ну, вау! Вау! Мне никто не говорил, что Зенторно проваливается, сука, на это. В натуре он сделал какую-то дичь, сука! Там инструкции вообще не сказано, что на Зенторно можно по стройке кататься. Так. Пуру-пу-пу. Зачем не умеешь кататься на Зенторно по. Па-па-ра-пам. А, дырочку нужно выбросить. Так, красавчик, алло. Алло, да, красавчик. Блин, а почему они это оставили тачки? Тереза! Почему они оставили машины и не едут? Я не понял, какого хрена там пешком люди проходят? Алло! Я понял, батя едет! Я понял, там говно. Я понял. Ну да, там. Ладно. Вот этот чекпоинт мы такой возьмем. Такой подливый прямо чекпоинт. Да, прям скользко. Так, подожди, а нам не сюда что ли еще? Да ёпр. Или сюда? Ходу блин, сюда. Где же я там Кирилла взорву? Так, я сюда. Да ёб твою мать! Не надо меня взрывать! Чё, как-то хрень-то работает? Тихо. А? Нет. Сейчас я возьму чекпоинт, сучки. Была идея, но... Так, а вы где, пацаны? Макс на первом месте, наверху. Аж нифига себе. Кто Илья, по мне стреляет? Илья, как у тебя там дела? Мы тут с Максом бодаем. Да по мне стреляют, господи! Долбимся. Да ёпта, да он еще и патролировать успевает здесь. Едешь, там в конце тупик. Ну не то, что тупик, а, блин, это... Спиралька ну, такая, которая мешает. Оп! Красиво! Остановись! А. Сука! Вот это как называется? Нет, никак не называется, нормально называется. Я понял, здесь стену сделали невидимо. Так. О, я вижу вас, походу, пацаны. Эй! Ты сказал про невидимую стену, я в что-то невидимое врезался. Сань. А. Кирюхе не говори, что там надо делать, ладно? Хорошо. Ну где о, он? О, залетаю! Да я сам пойму, что там надо делать. Спасибо. Думаете, не пойму? А если попробовать? Я же не Петров вышел. Вау! Блин! Меня пнули, я пролетел. На самом деле, да, много человек, это не совсем камильфо. Ребят, напишите в комментариях, как вы хотите, чтобы мы играли. Большой вот такой вот комп... Ёпта, я за 21 человек долбится в одну щель. Да, без чтобы играть в большой компании или чисто вот кто снимает? Бля, да, как? И чё? Красавчик сейчас улетит.
Голосуйте за второе. Оп, оп, оп. Голосуйте за второе. Тут надо именно передом проходить, потому что наверх ты жопой не заедешь. Так, в смысле, серьезно? Погоди! Да. Я заехал жопой. А что вам повезло, что вы оторвались? Че вы, блин, можете заехать? Там... Да ёпта! Сука, видите, вот дальше, дальше я походу не заеду. Сань, я понял, как надо походу пройти. Подожди. Заехать здесь жопой, там развернуться. Не обязательно. Там не получится, мне кажется. Там не развернуться вообще. Блять. Там вы в дырку попадали, да? Подожди. Вот здесь жопкой надо. Может быть, это тролль? Может быть. Что, не тролль скилл-то это? Не знаю, не знаю. Да ёб, сука! Что это тролль. Возможно, возможно. Объездов нету. Но не было написано, что тролль. Но объездов, да, вроде бы нету. А что если спуститься назад? А, хотя нет. Ну мы наверх больше никак же не поднимемся, это нелогично. Да ёпта, давай! Хотя, слушай... Ну сейчас я попробую пару раз. Там где стройка, там объезд есть или если нет? Не получится. Не-не-не, нету. Я, короче, наверх залетел, короче, прошел, да, да, но сука, там толкаешь. Нужно прям вверх нужно лететь. А задом прямо точно пробовали не заезжают? Даже с разгона? Я передом здесь надо проходить, да, пацан, там жопы заезжаете, а передом есть, проходите. Я вообще перед задом, короче, не могу. Я задом заехал, развернув там и все. Не-не, задом да, не могу, в смысле, заехать вот на вторую. Ёпта, ёпта, как много всех. Эй! Да кто взрывает? Вот это свинство, Crazy Fox. Зачем? Ну видишь же, что все едут. Зачем взрывать? Это прям грязь. Так. Давай, 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 выруливай. Либо заспамься. Пацаны, если сейчас не получится, я предлагаю перезапустить, где мы будем чувствовать. Да, да. Ребята, 7-я минута идет, а мы это, вот только доехали, нормально так, знаете, когда народ не мешает, и ты знаешь, как и что это все делать, быстро проходить. Ребят, вообще вот это было справляемся, да, да, вообще просто изи. Так, да, так, стой, стой, уже, стой, уже подожди, а дальше, пацаны, надо передом или задом, вот второй поворот? Передом. Передом? Ой, я прозрачненький, ой, нифига себе. Я тут постою. Блин, ага, Саня. Ага, раз, два. Тут да ёпта, за ногу держись. Очередь держите. One hour later. Надо чуть правее брать. И потом просто регулировать. Я здесь ускорял, как аккуратно. Я наверху бился, а платформу ударился. Из-за этого я не мог заставить более-менее. Я сказал, что это ускорялка. Я из-за этого платформу задел, потому что я заставил более-менее. Да сука, грёбаная мать твою! В смысле, наоборот, нормально. Да! Вылезай из машины, вылезай из машины. Вылезай из машины. В смысле вылезай из машины? У меня леворульная машина. А ты никак не заедешь там. Ты никак не заедешь там. Вылезай из машины. Тихо, аккуратненько. И беги с левой стороны, там по тоненькой, тоненькой краюшке. Где, 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 где? Возле по бетону. Да не там, вон справа, видишь, где чекпоинт. И по ней по тонкой беги, и ты возьмешь чекпоинт. Подожди, по какой. А, да, точно, все вижу. По бетону чекпоинт возьмешь. Пацаны, чекпоинт идут, да! Я прожёл! Пацаны, ну тут просто жесть, пацаны. Это просто жесть, блин. Да, это нереально. Ой, я на таком миллиметраже остановился. За это просто миллион лайкусиков. Он это... Ой, а куда дальше? Там дальше... А куда дальше? Сюда куда-то. Убейте золотого! Макс, помоги там пацанам. Убей, убей его! Так, а где здесь дальше проходить? Не дай ему пройти. Не, он прошел. Подожди, Макс, а убей где его, тут? Его, мочи его, просто стреляй по нему. Там пешком проходить, что ли? Не, надо это... Ну, или подожди. Или как туда? Туда надо как-то просочиться или что? Подожди. Моя твоя не понимать. Как туда попасть? Это вот ускорялка, господи, блин. Ускорялка, да, она все подсирает прям. Подожди, я не понимаю, как... Здесь невидимая стена. У меня аж горит прям. Здесь все время последний был. Здесь тоже невидимая. Подожди, куда? Ну ты. Подожди, Макс, как ты здесь про. Ну, давай пешком попробуем. Там разгон, а ты где? Вот, там, прямо ехать, следующий. Ты не туда бежишь, ты не туда. Хрень! Не туда. Скилл-тест, блин. Ты смотри, где я. Там на трамплин надо ехать. Да. Серьезно? А, то есть здесь продолжение не здесь. А-а-а-а-а-а! Ты, я понял. Я понял. Да куда вы лезете-то все? Все, я понял, что там куда надо. Так. О-о-о-о, братишка, братишка летит. Подожди, Макс, а как ты... Теперь надо еще как-то туда долететь. Ну, сука, это реально сло... Это пот. Это гребаный пот.
Там я еле долетел, там разгончик нужен. Так там реально еле долетишь. Ну, я не с первого раза долетел. Я попробую сейчас с это с быстрого старта. Во-в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 о! Да сука! Я представляю, как Человеку-пауку было обидно, когда он до здания не долетал. Это как? Так. 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 Все, я беру разгон. Я беру разгон, сука. Ой, а как здесь разгон-то брать, если тут никак не это? Да капец, тут нереально. С левой стороны вроде. Да бля, меня это уже раздражает. Я пытаюсь, но, я блин. Уже пятый раз так пробегаю, не пойму, как выровнять. Вот горялка работает, но не давай, работает. Давай, 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 вот сейчас должно, чтобы... должно, должно, да! Да, сучка, чтобы да! Чтобы 360 сделать пробел, пацаны, ну тут пот, я серьезно говорю, это пот. Нет, тут у меня пот даже. Это пот. Тут у меня пот даже. Тут, а блин, он настолько придумал, что тут надо по этой штуке проехать вверх. Капец. Ну это прикольно, кстати. Да говно, как? Я передом как-то ударился, Сань, и это проехал. У меня она просто отскакивает. Там, кстати, братишка очень далеко прошел. Тихо! Стоять! В смысле, я первый, какой братишка ты че? Нет, братишка там тоже пролетал. Нет. Сука. Я первый. Братишка тут. Ну я знаю, что он у вас. Он почти долетел до платформы, когда я проходил. Я уже с нее спускался, а он почти долетел до нее. Нет, там РС какой-то вот этот проходил. Во-во-во-во-во, все хорошо, хорошо, хорошо. Я тебя сейчас застрелю, подожди, где ты там? Да я шучу. Шутишь? Да не, я просто так. Да. А ты где, Макс? Ну тут реально капец, туда же не пройдешь. А подожди, вот дальше едь где? Ко мне. Дальше едь. Лови. Ко мне. Еду, ах, еду, ты еду. Сука. Говно вонючее. Да ты далеко вообще-то был. Че ты. Подожди, не сюда. Я и не стреляю в тебя. Тут капец. Подожди. А, тут объезд по домам. Ё-моё. По козырьку здесь. Сейчас стопудово не так поедешь, подожди, я отвечаю. Подожди, прям подожди, подожди, подожди. Там по газерику. Да, 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 я еду не так. А, я так и знал, что я понял, там дорога же, ё-моё, прям для дурачков нарисована. Красными линиями, по козырьку, хорошо. Так, тихо. Ты не так едешь, алло. Нормально еду, чё? Нет, по козырьку сразу налево, трамплин сразу налево поворачиваешь, все, ты едешь по козырьку, едешь сразу на рампу, все. Тут, мне кажется, так было задумано, там сразу легко же было бы, не? Или типа, ты добрался, да? Тут вот, смотри, там не так сложно, там еще. Нет. Тут слишком легко. Ты сложно едешь. Короче, запрыгни прям на... Ты сложно едешь. Ну ладно, ладно. Прыгни наверх. Я вон, ты вот на слева посмотришь, я объехал. Наверх просто запрыгнул. Взял. Дальше оказалось пешочком. Ой, пацаны, вы запрыгнули? А, я там пешком можно. Да, по да, да, там можно. Слева можно было пойти. Да, 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 да. Плюсую. Давай, 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 сука, давай, давай! Сука, нет, держись, держись, сука, держись, держись, говно манючая мата, пока. Сука, сука, сука! Давай. Давай, давай, давай. Сука, а как крышу допрыгнуть? А вот, летай, учись. Хлопай ресницами и взлетай синичками, да, летай. То есть там можно не на ускорение лететь, а можно просто пешком пройти? Да. Не-не-не, не пешком пройти. В плане ты наверх забираешься. Наверх забираешься, да, и там можно пешочком дойти. Ту-ту-ту-ту-ту-дай. Хлопай и взлетай. Подожди, а здесь что надо делать? Дед. А вот я хер знаю, давай. Подожди, сейчас. О, смотри, быстрый старт. Стой, отъедь, 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 у меня сейчас... Стой! 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 Стой, 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 она меня роняет, она меня роняет! Как Фейс уронил Запад, так она меня роняет! Сука! Да Фейс не только Запад уронил, он еще и там вышку имел. Ай, в самом конце такая подняночка. Официально. Официально нет! Заявляю, что это драная тролль-гонка. Точнее, драный тролль-паркур. Прям инфа-соточка. Да капец. Заступил, просто ясно. Там... Можете сбить, да, машины, пожалуйста, которые стоят, которые вы выкинули? Там Санька только, там только чё, Санька мы... один. Сань, выкинь. Ой-ой-ой, да пи... Я попробую. Я манал просто, такая говно, не гонка. Получилось. Опачки! Давай! Да, я вообще идеально встал, Мак. Все, я взял чекпоинт. Мак. Охренеть. Ах, тут еще через... А я проеду через него? Алло. Алло. Как реально, Зенторно четко помещается в лифт.
Я не знаю, как там прошел. Как-то мне повезло. Ясно, даже подсказки не дают, я понял. Просто ровно выровнялся, и когда вот эта последняя платформа вправо, Макс, уходит, ты разгоняешься и берешь чекпоинт. Она вот вправо прям ушла, и ты по таймингу, тайминг ловишь, и... Я ее задел. Вот не задевай. Да сука! Да как через эту мусорку проехать? Да серьезно! Столько всего прошло, осталось... Ой, я персонажем сейчас дойду до туда. Я человеком дошел, допрыгнул. Пацаны, это только 20-й чекпоинт. Только 20-й, сука, чекпоинт. 20-й. Сколько? 37? 37. Охренеть просто. Охренеть. Ладно, я еду наверх, на парковку, на парковочку, так сказать. Оп. Давай, какого куда? Хера ты в лифте не приезжаешь, говно белое. Еще выше. Она до крыши не долетает вообще, в смысле. Я беру самую, да, на сколько можно. Сань, чтобы тебе быстро стартануть, стартуй через этот пробел держи и вперед. И ты вот так держишь, и потом это разгон хороший берешь. Так. Во, чекпоинт. Здравствуйте. Да говно! Так, еще выше едем. Че у нас тут? Че следующий этап, какого горения у нас будет? Подожди, нам вниз куда-то. Всего-то? Я думал, я застряну еще тут. Ну, хоть не застрял. Ой, ну здесь, походу, все. Или нет? Вот че это так? Ай, нет. Ну, тут не так сложно, но... Да давай, поворачивай. Алло, Зенторно. Тут по узким улочкам кататься. Долго было ехать, а? Давай. Сделан так на стоянке, чтобы ты ездил так в разные стороны. Давай. А, ты еще должен разгон взять. Да ты посмотри. Ты посмотри на этого засранца, который делал это. А тут надо разгон взять, Санина, чтобы пролететь, а? Я понял. А если я чуть врежусь, то все, да? Вот так вот. Все, проехал. Молодчиночка. Ой, взял чекпоинт, и тут опять скилл. Я выхожу. Я просто вышел из машины. Илья, как у тебя там дела? Без комментариев. Так. Да ёб твою за ногу. Тут сложно. Тут дальше еще сложно, пацаны. Написано было 20 минут. Так. Ну, это, наверное, для азиатов. Наверное, реально для азиатов. Сука. Для азиатов это вообще как семечки щелкают, мне кажется. Как я тут должен проехать? Давай. Оп. Хей. Да ты чё? Да почему ты на бок-то падаешь, а? Да что ты не... Чё с тобой не так? Вот смотри, я разгончик беру. Вот так разгончик. Блин, я... Хотите прикол? Я здесь на равно нажал, чтобы бежать прямо, я понял. Когда переглав. ПБГ головного мозга. Да. Что? Да сука. Я ехал задом, у меня все равно ускорение изнуло. Как? Ты, может быть, вперед чуть-чуть нажал? Не, там достаточно сделать легкое нажатие. Ой! Стой! Сука! Тут что надо на разгоне 100%. Тут не получается. А что нужно сделать там? А, я понял. Там писец. Ого! Заехал. Тихо. Главное, останься на платформе. Макс, там скорость? Да. И там чуть вправее с черной платформы с этой. С какой черной там платформы? Не то, что скорость. Вот, давай, приземляйся аккуратно. Ай, стой. Живи. Поддеть канту. Вот это канту. У меня сейчас сжалось. Так, а и что вот нужно сделать, чтобы долететь? Видишь, где синенькая? Там надо прям рядом с ней пролететь, чтобы нормально завернуть. Блять, разгон. Ты понимаешь, там платформы нету даже. Там кобздец, братан. Кобздец. Подожди, тут надо как-то так... Стой! Да, у меня получилось завернуть. У меня получилось. Давай аккуратненько, лошадочка. Давай цок. Вот так вот потихонечку вперед. У него появилась она. Да. Пацаны, я это прожил! А куда дальше? Куда? От здания, все. Ой-ой-ой. Это все по праву даю премию. Тролль-гонка, тролль-паркур года. Так. Только начался, грубо говоря. Ну да. Ну поэтому я могу давать такие громкие награды. А как там долететь-то? Я не могу пока. До здания? Бомбил и горел. Да. Ты пролетел, кстати, Сань? Да. Ну там как-то можно. В аду видал. Ты как полетел? Логично. Вставай на самый этот самый конец этой платформы, задерживай пробел, держи его и держи вперед. И потом лети. Врать по зданию.
Серьезно? Сука! Тут же лестница, алё! А Вилрайт искусственный или настоящий? Ну типа по настоящей этой... Ну сейчас я увижу, ладно. А, ну все, понял. Поэтому и спрашиваю, настоящий Вилрайт или искусственный? Блин, вот обязательно надо было здесь выезжать, вот, да, вот это вот. Да, блять, сука! Ой, наверх надо, да? Чё, а здесь не проехать? Не проехать. Ай, потик, 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 потик. Не, азиатский это еще сложнее, ты чё? Итак, мы тут, смотри, на полчаса запотели. Ты чё, говно, как ты взорвался, а? Ещё перед этим мы 13 минут проходили, ребят, ну тут точно не 20, нахрен. А как здесь, подожди? Пробел задержать, да? Подожди, чё здесь? А, здесь напротив. Туда надо ехать, а я просто заехал. Да-да-да. Понял. И как? А там лезть? Тут машину мутузит вот так вот налево-направо просто. Ой, там на здание надо! Залетел с первого раза! Охренеть! Вот это да, вот это скиллуха. Вот это скиллуха. Вот это скиллуха, ёпта. Ой, пацаны, горит, бомбит, вообще... Давай, погнали, как говорится. Слушай, это впервые будет какой-то скилл-тест у меня очень-очень долгий. Даже не на 30 минут, он будет дольше. Да серьезно, что ли? Надеюсь, не на час. Ну, надеюсь, тоже не на час. Так. Во, разгончик уберем. На платформочку залетаем. Так, ать. Так. Вот сюда. Как тут долететь? Я не понимаю, мне скорость вообще никак. Да сука! Сука! И как... А как теперь? Подожди, здесь надо проехать, я проеду? Я не проеду, серьезно! Вот только не говорите, да, я пробовал, что... Там хер проедешь. Серьезно? Я не долетаю! Почему? Как? Макс, тут тоже не проедешь, тут надо сразу туда лететь. Давай. Была бы жига, заехал бы, да? Реально пониженную врубил и сделал. Да в смысле взорвал туда, блядь! О, о, давай, давай, во, поворачивай, пофигу, да, что блядь, через текстурки, через текстурки проехал как-то, хрен знает как. У меня тут финиш, все. Красавчик, финишируем. Я назад спускаюсь. Да не, мне. Ай, давай, заезжай, не упади, только не упади. У меня спидометр лежит, спидометр положил, ой, прикинь. Нормально. Нет, не, ну не падай. Тихо, пожалуйста, стой. Стой. Ой, это, подожди, это Макс, по-моему, пролетел, да? Да. Я просто тень увидел, знаешь. Ну давай, езжай, ну же, давай, ну не застревай ты. Гребаная Дзенторна, да. Это птица? Нет, это Супермен. Да член, нет, это создатель Гандон. Давай. Сука. Блядь, да говно. Я так застрял, Макс, можешь ударить меня? Я попробую сейчас тебя врезаться. О, нет, стой. Нет, а все, я еду, мне остановить тормоза говно. Все. Ну же, ну и чё? Где я тут буксую-то, сука? Ну и как здесь можно забуксовать-то, серьезно? Там надо туда перелететь, точно? Точно, да, точно туда. А там больше подлянок нет? Нету. Больше нет подлянок, хорошо. Так, я сейчас чекпоинт беру. Пацаны, скоро конец, отвечаю. Чей? К чей-нибудь. Моим нервам. А как ты залез на вентиляцию? Как ты на вентиляцию залез? Был вентиляцию. Так, алло. Там не было вентиляции, алло. Там была вентиляция. Задом, может быть? Да. И как здесь проехать? А, во, все, проехал. Ой, пацаны, реально пот. Давно такое не играли. Вау, тихо. Тут прям на чекпоинте это было. Ну все, давай. Пацаны, еду к финишу. Прям к финишу. Че, Макс, попробуй не попади челлендж. Ну го. Давай. Я еду. Ты сзади едешь или спереди? Попробуй не ударь об стол рукой. Да, давай. Попробуй не сломай монетку. Я тебя попаду. Ну, я вижу. Давай. Ты же медленно едешь, сейчас я спавну. Так, тихо, не надо. Один раз, одна попытка у тебя была. Ага. Я опять два часа забираться буду. Не было оговорено попытки, алло. Попытка была оговорена, так.
Сука! А я сразу первый финиширую. Не надо, дай мне доехать! Ёп. Ну нет, ты можешь финишировать. А что ты за хрень по парковке тут катаешься, дебил? Ну, это нормальная тема. Так. Сука, да как 3 из 3 просто. Все, я финишу, я задолбался. 3 из 3, финалочка. Ой, тут сигналочка, я слышу. Опа, очки, тихо. Что за царь? Ой, нифига такой, это след тени, капец. Ой, тихо. Все, я финиширую. Финиширую, все. Все, ребята, это финиш. Капец. Все. Это было очень жестко. Надеюсь на ваше понимание и большие пальцы вверх. Если вам понравилась эта серия, то обязательно подписывайтесь на все наши канальчики. Ждите новые паркурчики. А с вами были Варпач, Фреш, Алекс Фокс и Иксайл. Всем удачи и всем пакусики. Всем пока. Пока. Ебой всем отбой. Пиздом. Жестко.